далеко от города, в чистом поле, рядом с обочиной дороги, кто-то заботливо построил картонный домик и поселил туда трех щенков. Мы построили вам дом, а вы живите как хотите. Если они останутся в домике, они умрут от голода и холода. Если они пойдут за помощью на дорогу, их могут раскатать и даже не притормозить. Но их могут заметить, что и случилось с нашими маленькими героями этого сюжета. Их заметили и спасли. Вот у них тут какая-то будка из веток. Блять, как же мне их поймать-то? Я упала. Они стоят. Лиля, нужна ваша помощь. Вот еду с Каширой, вот такие вот три чуда сидят вот в этой коробке. Прямо на дороге. Вот, ничего нету больше. Что делать-то с ними, блин? Я и девкам скину. Иди сюда! Иди сюда! Девкам скину, но там, блин, понятно же, деть некуда их. Ну, она забрала дикие. Вон там они. Кто-то им там коробку поставил, ветками накидал. А тут вот они вот живут. А где коробка теперь? Коробка где-то там под ветками. Забросали ее. На дороге нашли. Пацаны все. Приют переполнен. Размещать собак негде. Это катастрофа. А как всех прокормить? Одна надежда только на вашу помощь.